Поэтому я хочу сейчас вам спеть песню, с которой начинал я. Она звучала даже в фильме, который называется «Срочно требуется песня». Песня беспокойства под названием «Парус». Вообще, считаю, что люди, которые сидят в зрительном зале, тоже хотят не только развлекаться и отдыхать, но хотят и побеспокоиться, и понервничать, и поволноваться. Эта песня не имеет точного сюжета, как большинство моих вещей, и содержания, но в ней есть одно. Сюжет ее и драматургия – это беспокойство. Потому что не все так уж хорошо в этом мире, верно? Не все в порядке. Надо чего-то поменять, надо чего-то изменять. Много несправедливости. Я вот хотел такими обрывочными фразами об этом и сказать. А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага, это не горе, если болит нога. Петли дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс. Многие лета всем, кто поет во сне все части света, могут лежать на дне все континенты, могут гореть в огне. Только все это не по мне. Но парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс. Я понимаю ваше естественное желание послушать как можно больше, но я сегодня программу даже свою перевыполнил. Но я надеюсь, что я буду бывать у вас еще, и у меня на подходе целая серия новых вещей. Я все это исполню, я думаю, и в следующий приезд, и так далее. И приходите еще, давайте будем общаться почаще. Вот и все. До свидания.